Родные 20-летнего призывника из Кызылорды Самрата Атыныштыкбая добиваются справедливости. Парень служит в артиллерийской дивизии Шымкента. Родные, говорят, навещали Самрата всего за 5 дней до того, как тот оказался в психиатрической больнице. По словам родной сестры, во время встречи он вел себя адекватно. Она предполагает, что брата могли избить до невменяемого состояния. Родственники требуют, чтобы в военной прокуратуре досконально изучили записи камер видеонаблюдения. Такое разве возможно, чтобы человек за 2 дня с ума сошел? Его, видимо, избивали, запугали. Чтобы все это скрыть, они, наверное, вкололи ему психотропные вещества. Как здоровый парень, который сам хотел служить в армии, чтобы защищать родину и свою страну, мог оказаться в психбольнице? Родные Самрата обивают пороги воинской части в поисках справедливости. По словам командиров, то утро солдат-срочник стал вести себя странно. Мы заметили 11 января на утреннем построении, не выполняет приказ. Стоя в строю, он начал сам по себе отдавать команды. После начал разговаривать сам с собой и петь песни. Военнослужащего сразу отправили в ближайшую поликлинику, а после осмотра в психдиспансер. По словам врачей, точный диагноз они смогут поставить в течение 10 дней. Тем временем родители призывника не верят, что тот мог в одночасье тронуться умом, тем более, что Самрат отслужил большую часть срока – 8 месяцев. Родные солдата намерены обратиться в прокуратуру.